Организатор акции – Управление массовых коммуникаций Кировской области по инициативе губернатора Кировской области и Первый городской канал. Сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда идти теперь солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок. Стоит солдат и словно комья застряли в горле у него. Писал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Накрой для гостя угощенье, поставь в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Солдату не ответил, никто его не повстречал. И только тихий летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой. Горькую поставил на серый камень гробовой. Не осуждай меня, Прасковья, что я к тебе пришел такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойти с вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд. Светилась медаль за город Будапешт. Медаль за город Будапешт.